звезды сегодня. Как папарацци. Это звезды, как папарацци. И Бьонксы. Хорошо. Свежим воздухом, под солнцем, точнее, под луной, а в компании других людей, потому что здесь все очень-очень легко и радостно. Это атмосфера. Воздух. Привет, да. И такое ощущение, как там внешний мир, вот рядышком, вот это уже как-то свое, да. Что-то другое. Я этого не касаюсь никак, темы войны. Но я сожалею, что это происходит. Но повлиять на это я не могу.